Омские следователи опровергли информацию о том, что Амичка, которая выбросилась из окна 9-го этажа со своим 8-летним сыном, была лишена родительских прав. Напомню, трагедия произошла в ночь на 13 октября. Погибшая стояла на учете в психиатрической больнице. Она уже пыталась покончить с собой 6 лет назад. В мае этого года Амичка развелась с мужем, однако жили супруги раздельно еще с 2014 года. С этого же времени сын находился у бабушки и дедушки, а родителей погибшей. По словам бывшего мужа, его экс-супруга хотела забрать ребенка к себе, но он и ее родители были против, их не устраивал новый сожитель девушки. Позже бывший муж хотел через суд добиться того, чтобы сын жил с ним. Девушка этим была возмущена об этом и написала в предсмертной записке. А сегодня следователи обнаружили еще одну. Рассуждение свое ведет о жизни, о том, что она обижена на своих родственников за то, что ей мало давали общаться с ребенком, ну, как с ее слов в этой записке. Вот. И поэтому она решила, если касаться текста записки, решила уйти из жизни и забрать с собой ребенка. Сейчас вот именно экспертиза почерковедческая, позволит нам сказать, погибшие ли они были написаны.